Всех приветствую. Ну что же, сегодня, как и обещал, я хотел бы разобрать white paper проекта DexaCoin, да? То есть мы посмотрим, как он составлен, ведь, как вы все знаете, основное это, конечно же, проекта, это их идея, да? Как написан грамотно white paper, как он расписан, как он составлен. Это очень влияет вообще на сбор проекта, да? Так как инвесторы всегда перед тем, как инвестировать, изучают, конечно же, white paper. Ну что ж, давайте непосредственно перейдем к white paper и вместе с вами его изучим. Ну что же, а вот у нас и white paper, да, находится он на сайте во вкладочке white paper. Здесь его можно и посмотреть. Так, у нас получается 30. White paper имеется как на английском, так и на корейском языке, да? Ну, конечно же, я буду смотреть на английском. White paper у нас состоит из 31 страницы, да? Здесь у нас описано и проблемы, которые они решают, и различные статистики, и так далее. Ну что ж, еще раз напомню, что вообще идея проекта именно DexaCoin заключается в том, чтобы упростить способ отправки и получения денег по всему миру. Ну, конечно же, используют они, решили для этого технологию блокчейн. И любой вообще, кто знаком со смартфоном или каким-то устройством, да, планшетом и так далее, сможет с легкостью отправить средства в любую точку мира. На данный момент имеются некие проблемы с этим, да, с отправкой. То есть идет долго, допустим, или комиссия большая, или что-то еще. Ну, то есть достаточно много проблем. Не всегда мы можем быстро отправить из одной точки мира в другую, да. И как раз-таки это и главная проблема, что мы не можем отправить эти деньги, и чтобы получатель получил их мгновенно. А здесь же мы сможем совершать именно мгновенные платежи, либо мы сможем также платить их токенами, да, в каких-то кафе, магазинах, на заправках, то есть везде, где мы привыкли рассчитываться, допустим, обычной карточкой, да, здесь мы сможем рассчитываться именно криптовалют. А здесь мы видим статистику, да, по странам, как вообще распределена. Саудовская Аравия на первом месте, Германия, Канада, Франция, Россия, Италия и Испания, да, то есть вот так. Также команда у нас беспокоится и за безопасность, да, приложения, но они принимают различные меры безопасности, то есть будут включены именно в приложение, чтобы обеспечить безопасных наших денег, ну и, конечно же, цифрового кошелька, да, то есть будет все безопасность, и наши деньги останутся при нас. Они уже разрабатывают свое мобильное приложение, да, свое, как на Android, так и на iOS будет оно у нас доступно, и мы сможем как раз-таки переводить деньги, да, вот так оно будет выглядеть. То есть передать деньги, принять деньги. Достаточно все легко. Буквально потребуется нажатие нескольких клавиш, и вы сможете отправить средства. То есть вы сможете также привязать, да, приложение со своим банковским счетом, ну и позволять пользователям подключать именно приложение к своей платежной карте, да. То есть, например, к карте там Visa, MasterCard, и уже переводить деньги именно из приложения на свой банковский счет, ну или же, допустим, наоборот. Вот у них кошелек, да, будет DEX Wallet. Там и будут храниться эти токены DEX. Ну и, конечно, и другие, там, ERC-20 токены, да, ну и биткоин. То есть, тоже можно будет не только их токены отправлять, но и, конечно же, распространенно. Вот так оно у нас будет выглядеть, именно карточка, да, которой мы сможем расплачиваться, как я говорил, в магазинах, кафе, ресторанах, там, заправках и так далее. Информация о токене я говорил в прошлом видео, ну и, конечно же, о продажах, да, то есть цена была 0.03, 0.04 и потом уже 0.05.
То есть вот такая у нас получается white paper, да, составлена она достаточно грамотно, да, то есть мне понравилось, как они все здесь расписали, достаточно информативно. Советовал вам бы также самостоятельно изучить ее, да, то есть мне кажется, что проект действительно интересный. В описании я оставлю ссылочку на их сайт, зайдите, изучите. Ну что ж, на этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Всем пока.